лето, есть лето, солнце правды и свет. Там где-то ответы, ни болезней, ни бед. Как хочется нам туда, где светит одна звезда, где с нами любовь всегда. Здравствуйте, дорогие мои! Поздравляю вас с долгожданным праздником Светлой Христовой Пасхи. Сегодня с вами передача «Лаврские встречи». У нас в гостях Алексей Петродворецкий, мой старинный друг. С Алексеем мы уже знакомы около 30 лет. Я недавно посчитал. Это 85-й, 86-й, 87-й год. Я тогда приехал в Петербург, работал дворником, а Алексей работал в ресторане, в одном из респектабельных ресторанов. Я к нему приходил слушать музыку. И считал, что это был верх совершенства. Но какие пути Господни неисповедимы. И вот мы сидим друг против друга, прошло около 30 лет, мы уже посидели с ним. Столько произошло в нашей жизни. Алексей сейчас поет в церковном хоре, да, зарабатывает на жизнь очень необычно, и кроме церковного хора. Вы сегодня это увидите и услышите. Я считаю, что это необходимая передача. Что ты можешь поделиться тем, что ты пережил и переживаешь. Вот этот путь от ресторана. Ты же играл и в филармонии, да? С Валерием Леонтьевым. Да, много чего было в моей этой профессии. Анной Вески, да, вот так, с таким. Псковской филармонии. Ну, это были времена вокально-инструментальных ансамблей. Была школа такая. В профессиональном плане была школа достаточно такая внушительная. Вот. Но этот набор из ресторанов, клубов, выступления на гастролях по России фактически превратил в мою жизнь такую определенный туннель, в котором то самое, которое дано Богом человеку, трансформировалось абсолютно не в ту сторону, в которую надо было бы трансформировать. То есть понятно, что мы не причина того, что у нас что-то есть в плане талантов. То есть талант, понятно, что он от Бога, да? Но немножко некрасиво, наверное, говорить, что вот у меня талант, я там что-то могу, что-то не могу. Но в самом деле у любого музыканта, как в начале своего пути, все понятно, сколько ему дано от Бога, а сколько он может еще развить. Потому что ту часть литературы, которую я читаю последние где-то, может, лет 15, духовную литературу, там прямым текстом сказано, что вот эти все шалейки, ложки-поварешки, все, что связано с развлечением народа, оно не ведет в Царство Небесное. Это сказано прямым текстом все. То есть, видимо, если талант дан, наверное, нужно стараться, вот как стараться? Стараться, конечно, с помощью Божьей или просить Бога, чтобы он в нужное русло повернул то, что нам дано. Mm-hmm. Вот. И ну, вот если после этих двух поездок, вернее, вот поездка, которая состоялась вот у меня буквально 2 недели назад, это была Святая Земля и 5 дней в Париже. Я рассчитывал совершенно... То есть, когда я прошлым летом зарабатывал на эту поездку, сидя, там, вот играя на этом куске железа, на этой пиле, у Спаса на Крови, то есть я себе поставил определенную цель просто заработать денег, чтобы съездить на Святую Землю. И цель была такая, вроде бы, как казалось мне тогда, когда я зарабатывал эти деньги, мне казалось, что вот я съезжу на Святую Землю, прикоснусь к гробу Господню, обойду все святыни, я получу определенную какую-то
какие-то блага духовные. Благодать. Благодать, да. И мне уже можно будет как бы и помирать. То есть такое ощущение, что было, что мне вот это нужно, а остальное уже там все понятно. Там получится, не получится у меня сделать из себя что-то стоящее в плане православия. Ну, по крайней мере, такая была цель. Но все получилось совершенно все наоборот. То, что там были, на Святой Земле были страшные искушения, хотя условия там для того, чтобы поездить, и экскурсии были, и сами и вдвоем мы с женой пытались без гидов посещать эти места. Но в результате прямым текстом я боюсь говорить, конечно, но если бы мы были вдвоем с тобой, то я сказал, что бесы крутили так, что просто стало страшно. То есть я из Святой Земли уезжал в очень тяжелом состоянии, потому что там абсолютно, абсолютно конкретно я почувствовал, что я не могу... почувствовал свою немощь духовную. То есть я понял, что я не могу собой управлять полностью так, как это вот как человек. Ну, я не могу правильно себя вести с близкими. Я не могу разговаривать нормально, так, как нужно говорить с близкими. Тут уже даже не до любви к близким. То есть самопознание какое-то произошло, такое, да? Да, да. Произошло. То есть я понял, что все, что я делал, что касается вообще музыки, это оно отшибло в моей жизни самое главное. То есть вот любовь к ближнему, оно было на 32-м плане где-то все. То, что весь этот кусок железа, в который я загнал весь свой опыт профессиональный, он изначально получилось, что это для того, чтобы научиться играть на ней, это был во мне, начало этого пути был гордыня не знаю в какой степени. Потому что там было очень просто. Я всю жизнь был руководителем, у меня была команда, профессиональные музыканты, которые были моими друзьями, из которых я выжимал просто качество для того, чтобы получить результат. И эти друзья потом превратились во врагов. Потом эти друзья просто уехали за границу работать там. Ну, тоже они уличными музыкантами стали, но это не суть. Я остался один. И во мне был всплеск этой гордыни. Ах, вы так, но я сделаю такое, mm-hmm. что никто не может. Это ли не гордыня? Mm-hmm. И вот оттуда я... Вот это было начало вот этого куска железа. Начало было именно оттуда, от этой самой гордыни. И потом все было подчинено тому, где бы на ней поиграть, где бы... Засветиться. Где бы там попиариться, и все это, да. Весь... Попасть. Да. А все это остальное там, семья, дети там где-то, все как бы там где-то, непонятно где. И я только сейчас могу спокойно об этом говорить, то есть как спокойно, внешне спокойно. На самом деле, то жизнь прожита совершенно не в ту сторону. Вот. Но я, конечно, не унываю, что, может быть, у меня еще есть какие-то варианты поправить там. С Божьей помощью. С Божьей помощью, да, с Божьей помощью.
Спаси Господи. Слушая твой рассказ, мне пришла на ум тоже песня, которую написал достаточно давно. Вот это песня творческого человека, которая страдает, болит душа, а которой нужна вера, которая уже не может жить по велению плоти и тела. Вот я ее написал в такой манере, в русской народной, немножко такой размашистый, как вот душа просит, русская душа просит развернуться, и использовал стилистику. Как чувствовал, так и написал. Подыграешь мне? Ну, попробуем, может, да? Я думаю, она впишется в нашу концепцию сегодняшней передачи. Душа болела и страдала, а тело бренное гуляло. О, Боже мой, какая сила, как это было некрасиво. Теперь сижу, седой, не новый, на сердце камень стопудовый. Эх, разорвать бы грудь руками, да куда денешь этот камень? Зима, настанет лето, простите бедного поэта. Его земная атмосфера, любовь да вера, любовь да вера. Спаси Господи. У нас получается без репетиции. Да, Алексей, учеников у тебя нет? Ну, были люди, которые хотели стать учениками, но я попробовал только один раз и понял, что нереально. В моем случае это нереально. Почему? Потому что если ты берешь деньги за то, чтобы научить, ты должен научить. А у меня было два раза было. Ко мне приходили люди, я пытался их это научить, но я понимаю, что люди, может быть, они думали, что это проще, чем им казалось. То есть не должно быть. Может много быть, да, факторов. Может быть, они не ставили такую, допустим, высокую планку. Там я там стараюсь все это стройненько сыграть, чистенько. Хотя у меня тоже не всегда получается. Ну, и получается, что люди понимает, что насколько это сложно, потому что, ну, я сам, когда вспоминаю, когда я учился на ЕГЭ, там столько сложностей, там это ужас какой-то, там нужно постоянно помнить где-то о семи, даже о восьми правилах. И вот если одно ты забываешь, оно вываливается, и получается, то есть, чтобы был хороший звук, и чтобы стройный был звук, ее нужно тянуть, то на нее нужно давить. Там есть мертвые зоны, которые надо обходить вообще. Там вообще звука нет. Чтобы получился звук, который не раздражает, а дает позитивную реакцию, нужна хорошая вибрация. Что в моем понимании хорошая вибрация? Ну, такая примерно, как поет, естественно, поет хорошая оперная певица. Да? Да-да. А может быть, как-то не задумывался детям передать, может, какой-то музыкальной школе. Дело в том, что вот этот творческий подход,
такая поговорка есть, если можешь радоваться, радуйся, а если можешь радовать, радуй. Вот, может, как-то вот так на это посмотреть, на это дело. Это тоже нужно иметь там слух хороший, раз. Второе, нужно очень этого хотеть. А перед этим выступаешь? Был... С удовольствием. Бывает у меня. Мы с тобой же помнишь в театре вот, «Пространство радости», да, для даунов, для детей. Там, ну, было, и... да. И в Обскове у меня была хорошая встреча. То есть я перед детьми поиграть, это для меня любимое дело сейчас. Mm-hmm. А что ты мог сейчас сыграть, ну, детское? Да, это у меня последнее время я отдаю большую часть вот репертуара такому для детей, потому что она да, так звучит, что как бы для детей. На самом деле те детские песни, которые были раньше, mm-hmm. они нас воспитали, то есть мы на них воспитывались, и получается, что если я сейчас начинаю играть детские песни, то люди моего возраста, ну и, может быть, еще там одного поколения, которые успели зацепить эти самые песни, на которых мы воспитались, они, я получается, что детские песни, которые я сейчас сыграю, там несколько штук, они будут не так уж для детей, для нас, для взрослых, которые были детьми. Как бы. Ну, называют ассоциации, да, да, хорошие. Ассоциации хорошие, да. Да, да, да. Ну, пожалуйста, сыграю. Да, поехали, попробуем. Проходит у нас передачи одна за другой, лаврские встречи. Я встречаюсь с разными музыкантами и все больше и больше понимаю, что вот такое откровение, которое исходит от человека, который сидит напротив меня, оно похоже на исповедь. Раньше, во времена первого христианства, просто люди выходили и называли свои грехи перед всеми. И всегда было... По всей видимости, очень стыдно человеку. Сейчас мы у нас таинство исповеди. Вот. И я, когда мы с тобой созванивались, и я услышал боль в твоем голосе. Видимо, какое-то переосмысление произошло серьезное вот за это время. Вот. Как раз ты, может быть, на грани. Я вспоминаю, как мы с тобой сидели
у храма Пантелеймона Целителя. Значит, я тебе показывал ноты и говорил, что, Алексей, надо вот петь в церковном хоре. Давай с тобой попробуем хотя бы в терции спеть. Я тогда приехал из Антониевсейского монастыря и работал на пестеле в храме. Там и дворником, и смотрителем, и пел в церковном хоре я тоже. Мы вместе были, пошли тогда, пытались там... Подвязаться. Подвязаться, да. И столько времени прошло с тех пор, видишь, все равно все дороги ведут в храм, да? Так получается, да, у нас? Ну, получается так, да. Я уже священник, а ты певчий хора. Да. Кто бы раньше нам сказал, мы никогда бы не поверили. Да, тогда все начиналось. И у меня тоже был такой период, когда я отрицал то, что я делал. Я выкинул все свои записи, стихи. Все, у меня была инквизиция. Я все сжигал, раздавал, выкидывал. Зато мне осталось. А? У меня кое-что осталось. Осталось? Да. О, это интересно. Вот. И прошло время, я теперь жалею. Потому что вот этот путь, по нему можно посмотреть рост. И, может быть, даже кому-то это, вот эта наша жизненная повесть, она, может быть, кому-то в науку будет. Ну вот с этой вот точки зрения я как раз и тебя пригласил на передачу. Да, потому что в той же Франции я был, там получилось, ну вот все получилось наоборот, я вот начал говорить. Да. То есть во Франции, наоборот, я прожил 5 дней в одной женщине, которая пригласила меня во Францию, и на 5 дней она нас с женой приютила у себя. Я не знал даже ее фамилии. Просто вообще не знал, кто она и что это. В конце концов выяснилось, это уже когда уже по приезду сюда, я выяснил. То есть там перед отъездом уже, перед самым самолетом, вечером, то есть утром мы улетали, а вечером я узнал, что она, оказывается, княгиня. А во-вторых, она родственница адмирала Ушакова, который причислен к лику святых. Потому что это фантастическая совершенно женщина. Там вот эта самая любовь к ближнему на фоне того, что она больна, на то, что у нее порок сердца, на то, что она решилась рожать в 40 там, с лишним лет. И у нее она как раз была где-то на, там на, через, буквально через 3 дня после отлета она родила, слава Богу, Константина, мальчика. И у меня как открылось такое окошко на свою жизнь, которая вот была... То есть я не могу себя отделить от того, чем я занимался всю жизнь. Это я много чего умею там, на всяких инструментах, на других, на разных играть. Но я понимаю, что нужно просто любить ближнего, который рядом с тобой. И если это будет на первом месте, то, может быть, и здесь получится все. Уже так, как надо. Может быть, этого и не надо и делать даже. Порадуешь нас еще своей игрой? Потому что я вот сколько с тобой не встречаюсь, и я приглашаю тебя на разные мероприятия, которые и сам провожу. Вот в театре «Странник» ты выступал на наших творческих вечерах. И раньше, когда был настоятелем Антониевсейского подворья, мы делали народные такие гуляния специальные на Масленицу. И все время это вызывает такие хорошие и положительные эмоции. Ты говоришь, что раньше народной музыкой занимался. Я помню, это Петровцы, да, коллектив? Было, да. Серьезный коллектив, очень на высоком уровне. Ты мог бы сейчас что-нибудь сыграть? Вот именно вот, да, можно вспомнить. Да. Я вообще люблю на улице работать. А когда на улице работаешь, а в этом году ты будешь работать в этом году? Ну, если Бог даст, если милиция не заберет меня у Спаса на Краю. У Спаса на Краю на мостике, да? Ну, там рядом, на кольце на этом. На кольце, да? На кольце, да, на кольце. Там шикарнейшая акустика, не знаю, откуда она там берется, или это ограда, или храм рядом, или просто намоленное место, я не знаю. Там звук летит, народ не проходит мимо, он сразу останавливается, а когда народ тебя слушает, сразу же силы, сразу же и строй откуда-то берется, звук берется. Артист, да? На улице люблю работать. Ну, ладно. Там все по-настоящему. Сыграешь что-то, ты там играешь тоже под фонограмму также, да? Ну, маленькие минусочки у меня там есть, да.
Да, браво, маэстро. Хочу как раз радостное лицо видеть твое. Хочу. Я буду стараться. Ну, Боже, тебе помощи, Алексей. И вам спасибо, да. Батюшка. Храни вас Бог. Надеюсь, наша дружба будет продолжаться. И творческие тоже взаимоотношения. Дорогие зрители, передача «Лаврские встречи» подходит к концу. С вами был я и ведущий, священник Анатолий Першин, и Алексей Петродворецкий. Певчий. Певчий храма Архангела Михаила. В Ломоносове. В городе Ломоносов. И человек-оркестр, так можно выразиться? Ну, так раньше называли, в интернете так не называют. Человек-пила, еще как-то называли, шоумен. Да. Это все, я так понимаю, отваливается. Да. С вами был раб Божий Алексей. Божьей всем помощи, Божье благословение и ангел-хранителя. С праздником Светлой Пасхи. Поздравляем.